Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что. Ну чё стоишь? Подходи, я не кусаюсь. Выбирай, как мы с тобой ездим. Что за бодягу ты мне приволок? Ну, удачной охоты, сталкер. Чтоб такого выдать? Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Оружие убрал. Оружие убрал. А, в точку. Здорово. Вот как вернусь, как расскажу. Я ранен! Дай аптечку! Спасибо, Меченый. Я вижу, ты нормальный мужик. Я своим в лагере обязательно передам, что ты мне помог. Командир, там придурок какой-то разрушает. Нажмем? Отставить. Не хрен на мелочь безопасность. Но пусть живет. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Мужики, тут волк прислал нам подмогу. И приказ атаковать. Так что вперед! Обходим!
Ура! Ебали! Вот сучара! Попали! Есть кто живой? Мне еще сидеть или уже можно? Спасибо, брат. Даже не знаю, как и благодарить тебя. Зачистили. Выдвигаемся на исходные позиции. Конец связи. Так, рукой махну, все смеются, ясно? Встречаются двое сталкеров. Ну и один говорит. На днях к долгу заходил, на огонек. Хабар принес...